повезло, что у меня сковородки нет. Уху, бля. Если в рубли переводить. Ты занимаешься или нет? Не, ерундой занимаюсь. Слышь, Саш, иди сюда, посмотри. Тут челик с одной стороны черный, а с другой стороны белый. Посмотри. Блин. Горе расиста. Я их не за ердром. Старый просто не видно. Блять, и где у вас халат, блять? Ты понял, что я золотал аэртроп? А я иду тут, блядь, чего на меня выскакивает? Я вижу, как он оружие перебирает, блядь. Снайпер куда стоит? Хорош. Если возможно, чуть-чуть патрона осталось. Возможно, склад остался. Скорее всего, склад, конечно. Они все с той стороны, да? Ну, я их и видел там. Сейчас я их уже там не вижу, возможно, не кем. Где они примерно? Были вот там. А, вижу, вот за Дехивом, 230. Я не вижу. О, бегут влево, СВ, влево бегут. Ру. Где? Инфу. Точку желательно. 220. Его бегут все, Саша. Я не вижу. Сближаюсь. Блять, один патрон остался. Плохо. Вижу. Хорош. Саша, добей, пожалуйста, у меня патроны закончились. Я не вижу. Потерял. Не вижу одного. Опа. 260. Это где-то 200. Чуть выше меня. Вижу. Чуть-чуть только головешка торчит. Вот дотёк. Вон. А еще один, походу, его отхесали. В 73-й уровень, Саша, кстати. Не, ну их просто больше. Ну ладно, это хорошо было, нормально. Ну, как-то телефон, блядь, нет, самое смешное, что челики опять оказались в нужной зоне раньше, чем мы. Вот это меня больше всего убивает. То есть они вот как будто знали, что зона туда упадет. Да, и уже там заняли позицию, уже там глазели. Нет, этим, знаешь, да? вот самый дикий чит на папку был бы папку, ну, чит, который показывал бы, где упадет зона в конце. Mm-hmm. Чтоб ты, блядь, в самом начале игры туда приехал, занял там, блядь, какую-нибудь вышку и сидел. Но здесь, сука, алгоритмы, рандом, ебучий. Потом тут судишки разбавили. Угу.
Это по мне сквозь стену гасят или что? Или тут кто-то прикалывается? Вообще не попали, просто полетели. Да пох, их двое, они оба в маскалатах. Что я им сделал? Накинули C4 там, где ты лежал. Вот это 500-й. Я думал, вообще ее на меня повесила. Я вот до последнего слышал этот писк, и я, главное, ее не вижу. Ты видел, как они начали кидать, блядь? Вот эту херню. Блин. Начал ржать, когда они прям на тебя C4 повесили. Не знаю, как понял. Хочешь принеси? Ёбаный папуа, Саш. Чё там ещё? Это всё по тебе? Это всё по мне. Отсосал, блядь, снайпер, блядь, сраный. Надо срочно пойти его добить, пока он, блядь, не ожил. Где он, блядь? Это по мне. Держись, Саш. Так не прокатит. В соседнем доме на втором этаже. Ну, походу свалил. Вот там есть тип. Тут где-то топает. Хорош. Я его не понял. Его положили. Вот этого я не ожидал сейчас, честно скажу. Не очень нравится перспектива. Мне тоже. Не поверишь. Я думаю, что мы хотя бы доживем пару раз до того же пока. Вижу типа. Вижу типа. Ходит лица на открытой. Если бы он остановился, я бы дал голову. Не стоит гасить. Нет, потому что не умею. Лези, челик. Вижу. Ушел из обзора.
Ну, походу, удобно. Тебе лучше, если что, быть ближе к снегу своим маскам. Никого. Никуда он делся. Никого и жопа на снайперку лежит. О, с гренадёров. Ты видишь, что я делаю? 210 на мосту вроде. Или на камнях где-то наверху. Не пойму. Вижу. Убил. С жопы. 310. 310 с жопы. Ты сгори. Затрахал. Да, надеюсь, он меня не убьет. Я его там поджег чуть-чуть. Это ты добил челиков, которые сзади там были? Хэдшот оторвал последний. Найс. Почему я его не вижу-то? Слышишь, он меня гасит, я его из-за травы тупо не вижу. Что слева вроде что-то гасит. Слева маск халатик за синим домиком. Синий домик. Второй. Справа, если считать. Ебелекс, блядь. Я говорю, это два сквада, а не один. Блин, постарайся отползти с открытием. Можешь, я думаю, можешь меня чинить, Саш. У меня очень быстро падает хпшка. Я просто думаю, что мне здесь хэдшотов нельзя. Ничего, я боюсь, они нас Саш не будут. Я думаю, они нас будут. Саша, отходи нахуй. Саш, сваливай нахуй. Откуда-нибудь, куда-нибудь. Кинь меня здесь, я пока буду чиниться. Я слышу их. Нохуй. Еще один. Я тебя верю. Я нет, блядь. 205 уровень у меня был. Ну классно, классно, он один оставался. Я одного положил, еще одного положил, и там один остался. Он на такой пиздюлечке вообще выжил, блядь. Они просто друг за другом стоят. Класс. Ну все равно круто, это очень круто. Это очень круто. Мы разъебали целый склад 500. Ну там скорее ты разъебал. Я 415-го положил. Вот из того сквада. Я убил Фрита и Хренадера. Я из них убил. Саша, вот этот лошара, блядь, который там типа чуть-чуть нас с тобой не перестрелял обоих, блядь. Это был 5-й уровень. Ты уехал? Я убил 415-й Флинн 1885 с винтовкой Мосина. Mm-hmm. Не, ну то, что, блядь, меня 5-й уровень чуть не убил, я не удивлен. Ты видел, как он гасил, да, блядь? Да. Он сначала тебе, по-моему, он же тебе хэдшот оторвал. Или, да. Или не он? Он вроде он. Начал зажимать. Мне всю хпшку раздолбил, я в него кинул гранату, ему похуй. Чтоб если бы это очко разваливалось, было бы неинтересно. Ты че тут, блядь, стоял? Нет, нет, он перезахижался и смотрел на меня, Саш. Вот это не АПК. Нихера тут плюют в чистом поле, блядь. Блядь, и у этого, Саш, и у этого еблана, блядь. Третий же бед и третий шлем был тоже. Всем. Посмотри.
вот просто вот подойди вот сюда, где я метку оставил, посмотри, блядь, ты должен это увидеть. Ну, висит в воздухе и, блядь, вообще там не кухит. Подожди, я даже... Смотри, сам факт того, что там лежит. Чё, блядь? Я подвижу, убежал, да? Подошёл? Блять, и в таком же очке припрятано, знаешь, только будто бы заебатый лут. Я поржал. Ты же прям настолько сейчас. Три чела такие, знаешь, типа приехать на airdrop в количестве 3x3. Ты понимаешь? Понимаешь, что он падает в лос Леонас, блядь? У тебя с глазомером плохо, тут АВМ. Ты будешь брать? Да, я буду брать. Я буду тоже, да. На, у тебя выбросил. И что ты выбросил? Да, мне это все нахуй. Ну как я возьму? Хуйня. Поехали нахуй отсюда. Пока тут не побежал. Жадно не было слышно. Обратно прикаду. Поехали лучше в церковь. Да. Ты чуси. Этот звук остал. Я ты видел, как мы подпрыгнули на кочке и похитили камень из бумаги? Не, ну винчестер и обхез это тоже неплохо. Говорит человек с АВМом. Не, ну так это я предложил его выбрать. И тебя затащил сюда. Колодцы и колодцы. Может, где-то калаш лежал? Да я вот хожу в чашу. Не понял. Ты только прицелился? Нет. А, ты еще увидел? Я думаю, ты просто открыл. Тут этот товарищ калитку открыл. Кто-то дверь открыл, думаю, не пью. Ну я люблю лучше по низу ходить. Я хочу в колокольник вернуться. Вот это мясо в комнате. Вот тут крыша. Есть.
смотри, поднавигируй. Где? А, вот, вижу. Там просто трубка пропала, а ящик остался. О, он с калашом был. Тебе нормально? Отлично, ну, бери легки, беру калаш. У тебя там челик справа от тебя. Вижу. Я к нему с ВМ попал. Еще одного вижу. А, вижу, промазал. Пика есть промазал? Убил. У тебя вблизи? Нет. Тем больше скажу, это вообще не меня. Спущусь-ка я. Да, проверь там, просто я снайпер. Он в доме. Убил. Я там динозаврику помог. Развалиться? Да. Не, помог ему убить челика, который бежал к нему. Сейчас я помогу динозаврику развалиться, если убью. Нашел этот самый компенсатор на автомате. Я прям шоколадный. Там динозаврик прибежал рашить, короче, вот тех... Ёб твою мать. Ты динозаврик пошел рашить вот тот склад. Там, где я одного типа помог убить, там еще два. Не знаю, я не хочу. Ну, сейчас посмотрим, как ты пикер. Динозаврики это в основном просто такие лайтовые челики, знаешь, ложки. Мне даже так жалко иногда. Ты какой, я даже решил помочь. Че, за трупом пойдем или похер на него? Вообще надо было. Мне хотя бы один предмет забрать бы из него. Нет. Не хочу это такое. Нормально. Слетела каска. Ну а хуже он стоит? А, я вижу, какого он носит. Блять, он сейчас сгорит. Посмотри на это, блять. Придурок сам себе? Да, он сам себе. Ну догорай быстрее, ебал. Болик я себе забираю, мне надо. Пипец, МК-14 мощнейшая села. Ты себе не представляешь, я сейчас просто, я открыл себе глаза. А, там сейчас мог лежать, это что, блядь? Кстати, да. Они все сдохли или не все, я что-то не понял. Не знаю. У нас там что, в жопе какой-то ажиотаж, смотри-ка. Вон там. Вижу типчика. Было, там что-то педали, я смотрю. А ты что? А там он вдалеке тип валяется, хилится. Нокнул. Он еще один педалит. Ну все, поехали. 320. Нокнул. Все, я там столько народу перевалил. Я там, походу, еще один склад сагрил. Ну они, правда, я думаю, отхилят друг друга, но насрать. Не, ну вот это мы прикольно залетели, на самом деле. Я думал, мы убьем. Я тоже так думал, честно. Когда у меня осталось вот 0 хп, ты видел, да, сколько у меня оставалось? Я думал, я умру. Но третий жилет спас. Потому что ВСС в третий жилет херово пробивает. Он меня гасил хорошо, но нанести не мог нифига. Я бы сейчас с пулями там фетамина кому-нибудь бы зарядил, на самом деле. Я думал, надо просто гору занять, типа нафиг надо.
Тачка едет, смотри. Да. Тоже с пулем нет огонь. Что, за нами тачка едет. Ты просто сваливай. Просто... Это купе. Я их развернул, я им колесо пробил себе. Надо починить ПП-шку, а то мне хедшот оторвали. Ты приколесил мне в голову, папа? Я офигел. У нас тачка пробилась, надо на новую поменять. Нам, в принципе, можно и пешком гулять дальше, я думаю. Ну, это весело было. Зона такая в Приморске. Позвольте мне представиться. Не, зона в Сосновками на ТТПС. Слушай, я не удивлюсь. Ну, слушай, там в зоне Северного, там парапланы они. Не, плюс вот эта тачка, она достаточно гоночная. Блять, Саша, посмотри. Разобрался с тихом, нет? Погоди, тут что-то странное. Ну вот сейчас разобрался. Блять, красный коллиматор, слава, блять. Я там умираю, да? Ты? Угу. Да, ты уже за зоной. А ты завис? У меня модем перегрелся. Я перезвонил. Там боксер мало бывает.
Вильям Ханна и Джозеф Барбера. Я сдох от твоей шутки. Плохо. Это самая тупая игра была. Бля, там просто нормального зимы не было. Ой, бля. Самоубийца, бля. Либо крутые, либо в смятку. Я остался. Как с меня полихина, блядь. Блядь, с игром срало. Я себе тут что-то. Тачку сниму. Потерпи еще чуть-чуть. Да. Вот это что за пидор, блядь? Это, кстати, из прошлой игры. Сева. Или из позапрошлой. Вот это танковый, блядь, очко. Меня убило красный звук. Я это понял. Я видел.
Охренеть. Офигеть.